После недавней ситуации в Дзержинске, сейчас мы покажем вам, как убийца Амстаффорд реагирует на людей, на прохожих и так далее, и тому подобное. И это говорит только об одном, о том, то, что какие хозяева такая собака. Будь здоров, ты что читаешь? Иди-ка. Иди, мой хороший. Что, просто подходите. Да-да-да, и вы сегодня вы... Подкинули вы че? И только аккуратно, бери аккуратно, молодец. Умница, ну все, это грязь уже. Ты слышал про эту ерунду-то в Дзержинске? Стаффорда-то... А, типа... семью-то, да. Семью. Бред вот, ну бред же. Ну что тебе сделать? Ну танк вот ты посмотри, пришел. Я специально сниму. Танк пришел, а? Эх, молодец. Как ваши дела-то? Телеканал у нас. Да? Блогер. Просто надо зайти к вам на канал-то, да? Надо зайти. Это наша Галя, любимая продавщица. Ты что, мой сладкий? В магазине, магазин называется «Гармония вкуса». Ах, любимец, ах, любимец. Вообще, конечно, кто-то гладит, да еще и кормит. Вообще, ну что там, там еще вкусняшками, да, пахнет? Ой, что совсем не приходит? Что? Ты уж дупло прогрыз, эй! Хватит! Хватит нос! Мой нос, хватит! Хватит, успокойся! Будь добрым, хватит жрать дерево, иди, все, нет! Нет, сказал! Нет, сказал! Иди, Сабрина. Вот она. Вот она. Ай, тяжело, сейчас тяжело. Да. Вот он, пришел. Он все, сегодня разнервничался, ему все хочется сожрать. Голодный, наверное. Дорблю. Ну, заходи, можно, можно, там, можно. Можно, 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 на прилавок можно. Шикарненькая, да? Серединочку так. Да? Давай, Галь, давай. А это стоит, смотри, ждет, ждет. Ну, у тебя полакомится, да, полакомится. Эх-ай-яй. Так что все, друзья мои, зависит именно от хозяев. А порода собаки абсолютно тут ни при чем. И все это СМИ, которые еще начали... пропагандировать то, что данная собака убийца и очень злая, началось с Малахова. Поэтому никому не верьте, Стаффорд самая лучшая собака на свете, лучше не представишь.